Посылка из iHerb пришла. Сегодня день посылок. И AliExpress, и iHerb, и MyCup. Все в один день. И сегодня даже не знаю. Все сразу. Так, дочка пришла, уже свою часть витамин забрала. Осталось тут только наше, то, что для нас. Вот, сейчас быстро покажу. Тут у меня... Это масло черного тмина. Очень давно хотела его пропить, попробовать. Говорят, что очень хорошие результаты дает. Ну, попробую, посмотрю. Вот такая огромная базия витамин. Даже не витамин, добавки для суставов. Кому интересно, можете почитать, что это такое. Я взяла нам с мужем, потому что у нас суставы, то колено, то локоть, все время проблемы. Вот такие вот капсулы большие, большая упаковка. Так, следующее, вот такую взяла сыворотку с витамином С, увлажняющую. Очень хорошие отзывы, маленькая она такая, попробую, не знаю, я там еще хотела с витамином А, но... Взяла с витамином С. Вот такая вот сыворотка. Вот. Дальше. Это Виталинкины любимые витамин D. Она его очень любит. Вот. И очередной раз заказала. Витамин С. Вот, кстати, мы сейчас болеем. Приболели. Сейчас буду пить. Прямо сейчас начну пить. Вот эта сыворотка... Какая-то прессованная сухая сыворотка. Хочу ее очень попробовать. Очень ее хвалят. Отличные отзывы. Там прямо ни одного плохого отзыва. Она какая-то прессованная. Потом как бы растворяется, да, на лице. Вот. Читала, что вот такими маленькими баночками покупать выгоднее, нежели большую по цене. Взяла. Дальше у нас идет кальций, магний, цинк плюс витамин D3. Экстракт зеленого чая. Конечно же, гинкго билоба для суставов, ой, для сосудов. Это витекс для женщин, для ну, у кого гинекологические проблемы. Короче, для женских органов женских. Так, пикалинат хрома, это я взяла. Говорят, что меньше сладкого хочется, меньше кушать хочется, попробуем. Особенно у кого сахарный диабет, рекомендуют. Витамин D3 в дозе 2000, такой взяла. Цинк взяла, цитрат. Комплексные витамины. 130 капсул, это нам с мужем, я думаю, сын попьет их тоже. Вот, и омегу-3, большую такую вот, на 100 капсул. Вот, вот такой был заказик у меня. Заказ большой, на самом деле, не помню, какая сумма тут, 4000 или 5. Вот, дочка еще заказывала себе тоже омегу, тоже... Эти витамины она заказывала. Витамин D заказывала себе. Она для сна витамины заказывала. Витамин А для себя она заказывала. Короче, там тоже много витаминов она заказала себе. Вот я ей отдала. Вот, так что такой заказик. Я очень рада. Я очень давно их ждала и давно хотела. Посылочка очень быстро пришла. Буквально сколько... Неделя, две, и приходит посылка вам. Я так подозреваю, что склады есть где-то в Европе, что посылка не идет с Америки, где-то собирается или в Польше, где-то в Европе. Поэтому приходит очень быстро. Вот. Единственное неудобство, у нас раньше можно было заказывать на любое отделение Новой почты, а теперь оно пишет, на какое можно заказать. И не было... Удобных отделений не было. Вот, пришлось идти аж, ну, далеченько в городок. Пришлось идти забирать. Вот. Ну, теперь буду пить все подряд. Сейчас буду сывороточку открывать. Хочу попробовать посмотреть вот эту сухую сыворотку прессованную. Сейчас я вам покажу.
Вот так она выглядит. Здесь 10 миллиграмм. Но ее очень много. Очень. Короче, не знаю. Она, знаете, как желе. Она не прессованная. Я думала, оно такое будет сухое. Когда ты трагиваешься, влажное. Нет. Оно как желе. Оно берется так вот не очень хорошо. Я тебе читала, что оно сложно. Сложно брать его. Не знаю, как водичка по ощущениям. Легкий запах такой. Не знаю. Короче, посмотрим. Отзывы были очень классные, поэтому я думаю, что должна быть хорошая эта сыворотка. Вот. Кому интересно, можете загуглить, почитать или на iHerb зайти. Вот такой вот Pressed Serum. И вот это тоже буду пробовать. Я не знаю, что пробовать. Я не успеваю, потому что куча сывороток набрала. Ну, этот, наверное, с витамином С сегодня на ночь сделаю. Вот такие вот у меня заказики. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Сыворотка на пальце.